пришла идея первый раз сварить продукт? И какой это был продукт? И какой это был год? На самом деле, у меня идея появилась где-то осенью 2013 года. Но я тогда работал в IT-компании, и у меня просто была такая идея. Появилась, и я такой ходил, ее вынашивал. Типа, надо что-то сделать. Но руки не доходили до этого. Просто была мысль, я просто все время ходил и ныл по факту, что я хочу сделать какой-то воск. А воск, первый продукт был воск для усов. Вот, я отрастил усы, наконец-то. Вот, в 2013 году у меня были тогда этот handlebar классический, укладывать было нечем. Я такой думаю, тю. И мне как раз подогнали баночку какого-то крафтового воска из Москвы. И я его попробовал, мне дико не понравился, он комочками брался, ужасный был продукт. Такой ноунейм какой-то, самовар. И мне говорили, а что ты выпендриваешься? Сделай лучше, как вот это обычно. Не нравится фильм, сними лучше. Я такой, окей. И ходил. В результате потом на 23 февраля мне Алена сварила первый воск. Где-то нашла в интернете олдскульные рецепты из раздела, типа, возьми ложку медвежьего жира, добавь туда пчелиного воска и мажь на усы. В общем, что-то она там адаптировала и сделала. Было прикольно. Я поюзал и понял, что надо начинать. Уволился и начали варить. И первый продукт был воск для усов. То есть у меня была борода, и я подумал, что вроде можно и за бородой еще ухаживать. Вроде как. И появилась микстура. Все. Вот с этого все началось. И то, я тогда на рынке Украины вообще ничего не было. Я ходил с этим воском, тынялся по Харькову, такой, кому его предложить там или еще что-то. И открылся Чоп-Чоп, и я пошел к ним. Вот они как бы в Харькове начали двигать какую-то культуру. Я пришел к ним с этим воском, и они говорят, давай попробуем. И понеслась. Стали покупать? Да, просто контакт, конечно, помог в этом плане. То есть я начал делать посты, и все такие, ого, что такое бывает? Вообще вос для усов. То есть я был вообще не знаком со многими брендами до этого. То есть я сделал что-то свое. Ну и на этом, конечно, из этого пошли многие какие-то ошибки, потому что первый воск был сделан зимой. Угу. И он держал зимой хорошо. Стало теплеть, и я такой, что-то плохо он держит. Такой, конечно, это же воск. Он был мягкий, зимой держал хорошо, весной уже не так. И начало все меняться, как-то куда-то двигаться. То есть, получается, не было какого-то прям образца, на который равнялся. Вот. Был далек от этого. Потом начал пробовать другие бренды, зарубежные, отечественные, те, что были там российские какие-то, в частности. Вот. Начал понимать, что мне нравится, что нет, и пытаться это реализовать в своей продукции. В основном, это такое было всегда, методы пробы и ошибок. Уже начали какие-то свои наработки появляться, которые, я считаю, наверное, уже чисто свойственны именно рекламу. Но даже сейчас, спустя несколько лет, я сейчас популярно стала DIY-видосы выкладывать, как кто-то что-то делает, даже крупные бренды выкладывают на свое производство. Я иногда смотрю такое и понимаю, что у нас похоже, или как-то так же, а что-то может даже лучше. То есть, это было прикольно. Значит, я хоть и самобытно, но развивался в каком-то правильном направлении. То есть, это было круто. А ты учился вообще варить, каком-то, может, хотя бы какие-то курсы, может, ты заканчивал, там, варки, косметики, нет? Я вообще закончил университет в Харькове по специализации международная экономика, то есть я больше продаван какой-то, чем варщик. Вот брат у меня родной еще учится на химика в Киеве, и я к нему обращался поначалу, то есть у него вообще факультет органической химии. Думал, может, чем-то поможет именно с точки зрения матчасти. Но оказалось, что теория и практика очень далеки друг от друга в данной ситуации. Вообще, любой такой подобный продукт, именно который на масляно-восковой основе, он достаточно прост, двух-трехкомпонентен. Когда ты начинаешь делать, его легко делать в домашних условиях. Но когда ты выходишь на какой-то уже уровень, тебе уже самому как-то совесть не позволяет делать что-то простое. По крайней мере, со мной так. То есть я двухкомпонентно начинаю усложняться, там 3-4 запахи были сложные, чтобы не только дизайн, но и наполнение соответствовало уже тому уровню, который ты пытаешься преподнести. Вот. И в результате все было, у меня просто такой достаточно, я достаточно логичный человек, то есть я пытаюсь найти в любых каких-то событиях, поступках, в том числе в составах, какую-то логику. И я ее нашел, я начал разбивать зарубежные продукты на составы, даже банально, то есть, и я понял, почему работает что-то так, а не по-другому. То есть даже, в принципе, можно провести аналогию в каких-то продуктах, есть всегда повторяющийся какой-то один компонент, например. Я задавался вопросом, почему так, и пытался найти какие-то ответы. И в результате вышло все равно, что я мог делать миллион проб, и только одна из них получалась так, как я хочу, и она уже выстрелила в какой-то продукт.
это все. Ну, и все это пошло из нужды. Мне просто хотелось, ну, пользоваться чем-то, что мне будет подходить, ну, полностью, на 100%. Я находил какой-то продукт, и в нем были всегда какие-то недостатки. Либо запах, либо слишком твердый, либо слишком мягкий, либо я не получал то, что хотел. Ну, и в результате я отрастил усы, сделал возле усов, начал отрастать гуще борода, начал бороду мазать. Захотелось прическу делать, мне вообще раньше были патлы до плеч. Угу. Захотел прическу классическую делать, появился воск. Ну, вот так. Сейчас у тебя, ну, уже объемы достаточно приличные, правильно? Ты вышел на рынок Украины, ты вышел на европейский рынок. У тебя есть какой-то маленький там цех, или как это называется, или там какое-то, ну, не знаю, какое-то свое специальное заведение с кучей вот этих вот средств, оборудованием. Ну, вообще есть арендуемое помещение, то есть... Сейчас это уже не там, я не у себя там дома где-то делаю или еще что-то. Мы арендуем помещение, где оно получается наполовину рабочее, наполовину складское. То есть у нас стоят палеты, когда мы выставляем продукцию, там упаковочный материал. То есть есть отдельная зона. Ну, то есть у меня уже есть уже полгода где-то с нами парень, который отвечает за курьерские любые услуги. То есть он занимается упаковкой, складированием, то есть он все расставляет там. Отдельно в этой же комнате, ну, так визуально отделено стеллажами, уже есть рабочая зона, где стоят рабочие поверхности, чаны там и так далее. Вот, то есть это делается не в кастрюлях, то есть есть специальные и нагреватели там, и различные емкости, поверхности, в которых мы все это делаем. Вот. На данный момент это выглядит так. Ну, я не могу сказать, что сейчас там... Ну, обычная такая комнатушка на данный момент. Хочется переехать куда-то больше, но слишком много требований к помещению, чтобы оно соответствовало. То есть очень трудно найти что-то адекватное. То есть хотелось бы, чтобы и проветриваемость была хорошая, потому что запахи иногда стоят настолько стойкие. То есть там жесть просто иногда. Большая конкуренция вот в Украине? Ну, в Украине, ну, я не могу сказать, что она большая или там маленькая. Она есть. Но в силу того, что рынок еще не заполнен на те 100%, как мог, то есть она пока не ощутима. То есть народ у нас еще все-таки только узнает о подобных штуках, о том, что городу за бородой нужно ухаживать, что можно отрастить усы, не испытывать какой-то дискомфорт, укладывать их, то есть быть и на стильке, и при этом все будет четко и для тебя, и для твоей там, любимой женщины. Вот. Поэтому народ только пробует, и он находит просто что-то свое. То есть единственное, что как бы мы, то, что мы чуть дольше на рынке, то, скорее всего, первый продукт все-таки выбор упадет на наш продукт. Возможно, там на чей-то другой. Люди все равно пока что вот все в поиске находятся. Мы не настолько известны, чтобы говорить о том, что нам кто-то какие-то палки в колеса ставит, или там конкурент перебивает у нас, и забирают клиентов. Нет такого абсолютно. Причем у нас не, вообще вся эта продукция не настолько дорогая. То есть в ассортименте любого бородача может быть там 10 банок разных производителей. И просто какую-то баночку он оставит себе, будет чаще покупать. Будет. А в какой стране больше всего Мендлер вот, по продажам? В Германии. В Германии, да. Мы больше всего продаем в Германии. У нас есть свой дистрибьютор уже постоянный. Причем... он не только заказывает наш ассортимент, но как бы мы это особо нигде не афишируем, мы очень делаем много кастом именно под ним. Mm-hmm. То есть мы делаем приолины, которые интересны вот на их рынке, с теми запахами. У них своя специфика просто, они очень любят очень, я бы сказал, ядреные ароматы. То есть у нас, к примеру, вообще политика у Мэнли, то есть мы делаем спокойные такие нейтральные запахи, которые раскрывались при нанесении, создавали какую-то эстетику, а потом они не мешали повседневной жизни. А там наоборот, там вот любят, чтобы если ты открыл банку, и оно пахнет там на весь барбершоп, ты вот ходишь и прям чувствуешь. Вот. То есть мы такое не делаем у нас на продажу, но у них это популярно. И вот он просит, к примеру, и мы делаем для него кастом, там 50-100 штук, и едет к ним туда. Вот. Единственное, а самое дальнее то, что там мы продавали, пока что это был Тайвань. Вот. Недавно посылка уехала в Тайвань. Прикольно, я даже не ожидал, что как бы у них пойдет. Ну, одному человеку или... Ну, это магазинчик, получается, небольшой. То есть, они заказали... Сначала они заказали пару баночек, как бы в розницу просто. Причем выстрелил заказ на Инстаграме. То есть он просто написал, хочу попробовать. Мы отправили, ну, само собой, в силу их климата, бриолины им не очень зашли, им нужны жесткие очень. А глина для волос им настолько понравилась, что он даже заказал, кастомный заказ был на глину для волос, вот именно подарочный вариант, этот, для карманные часы. То есть мы делали, у нас просто нет смысла делать 20 миллилитров глины, то есть
оно красиво все, но ты пользовался там пару дней, и ну, она закончилась, смысл. А у них наоборот, люди вот любят вот такой формат, вот почему-то. Он пишет, нас не любят большие банки. Нас все берут, и все любят такие дорожные варианты. И поехала партия, ну, то есть я вообще не ожидал, то есть мы просто переписывались на этом помылу. Он заказал 3 банки на пробу, все попробовал, ему все понравилось, и он сделал большой заказ. Такой типа, черт, давай. Круто. Вообще круто. Как ходят разговоры, да, среди мастеров, хендмейдеров, людей, у которых руки растут не из жопы, которые находятся на территории Украины, то, что Украина ну, не настолько платежеспособна для, наверное, как объяснить, уровень мастерства не ценят в этой стране, да, и его больше ценят в Европе. И вот ты с таким еще не сталкивался, не возникало ли у тебя желания в будущем все-таки отсюда уехать для того, чтобы развиваться дальше? Мне на самом деле очень нравится, как обустроилось все именно в Украине. Хотя я сам до какой-то периода жизни вообще жил в Крыму. Вот, то есть мне нравится то, что в Украине все равно больше возможностей каких-то. И Европе, например, интереснее заказать наш продукт именно из Украины, а не из там, если бы я в Польшу приеду или еще что-то. Если я буду делать в Польше, то и цены будут польские. Вот. Большинство европейцев сейчас, например, почему тот же немец заказывает не только из-за того, что продукция классная, но из-за того еще, что и ценник значительно ниже, чем где бы то ни было. И я, честно говоря, пытался мониторить, сколько расходники могли бы стоить там. И я, конечно, ужаснулся. У них тот же пчелиный воск стоит значительно дороже. Да, он будет более красивой коробочке какой-то, но это же расходный материал, зачем мне коробочка? Ну, то есть там какие-то свои загоны, и ценник там неадекватный абсолютно. Даже не в нашем реале, а вот именно даже для них. То есть мне нравится то, что пока что вот сейчас даже меня как-то спросили, как это работать в условиях кризиса. Я ответил, я не работал вне него. То есть я никогда не работал вне кризиса. То есть у нас всегда что-то происходит и что-то придумывается, чтобы выйти куда-то, что-то как-то вылить. Вот. Я не знаю, как там работать стабильно. То есть получается, что есть... удобно работать в Украине, но комфортно, но все равно реализовывать на внешний рынок. Ну, но хочется... без внешнего рынка тяжело. Было, конечно, тяжело. Ну, во-первых, это тешит, конечно, эго свое, то есть это признание какое-то, то, что мы смогли что-то отправить, куда-то продать. Вот. И мне как-то даже один клиент, будучи в Германии, скинул фотографию, что на полке среди всех каких-то там средств для бороды были наши баночки. Там одна или две, мизер может, но это было так приятно, то есть, что мы смогли туда дойти. Как бы. Вот. Единственное, что мне не нравится, это то, что отсутствует любая материальная база в плане станков. То есть, к примеру, я смотрел, как за рубежом в той же Америке могут открыть производство, фасовочный цех тот же и так далее. То есть у них уже есть станки, которые можно купить там. У нас пока, я не знаю, где это доставить. То есть либо самому делать, либо везти откуда-то. Ну, то есть если оборот, к примеру, выйдет за какие-то там рамки, ну, перейдет, например, 1000. То есть я задумался об этом в будущем и надеюсь, что наше развитие дойдет до таких оборотов. Вот. И как это делать? То есть все вручную посылать или уже может появиться что-то, что будет помогать нам в этом? То есть, вот этого нет. А если появится что-то, что будет помогать в этом, это уже не будет 100% хендмейд? Да, тогда totally handmade придется лозунг менять, черт. Сколько литров своей продукции, если вот ее полностью объединить, в месяц ты реализуешь? Месяц? Да. Ну, учитывая, что ассортимент ряд сейчас значительно вырос, и учитывая, что у нас еще тот ужель есть, тот продукт, который весит 300 миллилитров, ага, то мы только один раз мы 40 литров тот ужель реализовали в месяц. Это только тот ужель. Но там, конечно, объем другой. А если чисто вот тогда брать... Борода? Да, борода. Борода в среднем где-то 5 литров бывает в месяц где-то. Плюс-минус, конечно, зависит от... иногда просто клиенты затарятся и сидят, и ждут. Но как-то плюс-минус 5 литров бывает уходит вот именно по бородатам, то есть это и микстура, и классик бальзам, то есть вот так. А вообще по продукции что больше идет, борода или все-таки волосы, воски для волос? Ну, сезонное явление на самом деле, но я бы сказал, что скорее всего все-таки борода. Ну, борода, потому что расход у бороды чуть больше, чем у волос. Ну, тут уже сказывается то, что сам формат, то есть некоторые возьмут банку для волос 100 миллилитров и год ею пользуются. А бородатая штука рано или поздно все равно закончится, чаще бородатые штуки идут.
Да и как-то и на подарки, то есть оно интереснее звучит. Я подарил вас для волос или там для бороды. То есть оно как-то уже что-то в этом есть. То есть любому бородачу подарить бальзам для бороды — это круто, ну, считается. Да. Вот. Масло для бороды будет или также останется формат микстуры? Формат микстуры. Я считаю, масло для бороды... Мне совесть не позволяет брать деньги за тот продукт, который сделан настолько примитивно. Ну, это как бы, я никому это мнение как бы не навязываю, у меня просто в голове сложился вот само такое видение этого продукта, что вот ты берешь пластиковую бутылку, льешь просто по порциям те масла, что тебя интересуют, стряхиваешь и разливаешь по красивым бутылочкам. То есть, да, многие пользуются подобными продуктами, но они стоят, ну, неадекватно тем деньгам, ну, тем затратам, потраченные на его создание. Вот, поэтому я жидкие масла не делаю и вряд ли буду делать. Ну, может, что-то изменится. Но я, кстати, пользуюсь маслом для бороды жидким одним. Мы поэтому специально привезли бренд из Калифорнии Grape Coco Shave. Мне довелось, когда я был в Москве, попробовать продукт в одном из барбершопов, затестить жидкое масло. Мне понравилось даже не сам эффект, а запах у него. Очень большой ассортимент запахов, они очень прикольные. И мы решили, что, ну, если у нас нет продажи, ну, нету, мы не производим жидкое масло для бороды, то мы же можем привезти для своей аудитории крутое масло для бороды с крутыми запахами. Я напрямую связался с ребятами из Калифорнии, и мы заказали у них партию. Вот, и я вот пользуюсь их продуктом. Ну, пользуюсь, конечно, ну, не часто. Нет, а в основном на ночь, то есть для дополнительного увлажнения. Но запах прикольный, то есть я засыпаю, кайфую очень. Ну, типа, молодцы в этом плане. А по бородатой продукции какие-то новинки, ну, вот прям кардинальные будут? Или только, ну, небольшая смена там, ну, запахов, а так все основное все останется? Ну, по бородатым я пока не буду зарекаться, конечно, но сейчас мне больше интересно развиваться в сторону укладочных для волос. То есть там можно, там больше спектр возможностей. То есть бальзам, ну, как бы его можно варьировать, только, ну, там тверже, мягче, то есть запах и все. А для волос там можно делать водные основы, гибридные какие-то штуки. Мне интересно в этом направлении пока двигаться. Единственное, что мы сейчас будем делаем редизайн, у нас такой вот уже запланирован. То есть будут два новых запаха у микстуры. Хотим немножко поменять дизайн у классик бальзама. То есть он у нас классический, запах не меняется уже 3 года. Но как бы хотим немножко обновить дизайн, чтобы уже в линейке было все. В одном, так сказать, цветовом решении и так далее. Тара меняться не будет? Пока вряд ли. Единственное, что, может, для постоянных клиентов мы сделаем больше объема. То есть многим прикольнее взять банку 50 мл. Возможно, сделаем барбер размеры, то есть работу там 100 мл в банке, чтобы было удобнее в работе пользоваться. Не нужно было все время менять маленькие баночки. Единственное, что, может быть, хотелось попробовать сделать какой-то бальзам для бороды на водной основе, но как это будет выглядеть, то есть я пока даже не представляю. Но есть еще куда двигаться, само собой. Разные форматы пробуем. Будем пробовать. Сегодняшний день большая команда у вас вообще? Да, реклама. Ну, получается, 4 человека. То есть я, моя жена Алена, Денис дизайнер, ну, подсобный. И, получается, есть еще Саша, который отвечает, в принципе, наверное, за все. Хотел сказать, подсобный рабочий или курьер, но он тоже помогает во всем. Ну, я, конечно, контролирую именно всю производственную часть и больше ею занимаюсь. Ну и фасовка чаще всего. Ну, то есть мы с Аленой, у нас это чередуется. А все остальное уже как бы делают ребята. Когда будет полноценный сайт и магазин? Блин, на самом деле это тотальная лень. Ну, в плане именно заниматься этим. То есть мы вроде с ним, у нас заказы идут. Блин, если сайт еще появится, это же может как попрет, мы же вообще не будем спать. Думаю, он готов, по факту, сайт готов. Мы отфоткали же всю продукцию. Для сайта не хватает только фотосессии с бородачами. Мы сделали сейчас пост в ВК о том, что мы ищем фактурных мужиков для сайта. Все, вот нам осталось сделать эту фотосессию и прикрепить платежную систему и все, и запускать его. Я этот сайт собирался запустить еще в прошлом году, еще в январе, наверное. Это жесть. Так, давай напоследок тогда пожелания всем, кто смотрит этот канал, и тем, кто пользуется продукцией Мэнли. Пожелания. Ребят, пользуйтесь только Мэнли. Всем бороды.